Всем большой привет! Я рада приветствовать всех на моем канале. Сегодня приготовим новый салат из капусты. Много рецептов салатов перепробовала, но этот салат из капусты стал одним из самых любимых. В этом салате будем использовать пекинскую капусту. Здесь нам понадобится только одна половинка и нарезаем ее очень тонко-тонко. Подготовленную капусту перекладываем в салатник. Теперь нарезаем мясо. Здесь может быть любое мясо. Для более яркого вкуса можно взять копченую курочку. У меня отварная свинина. Мясо нарезаем произвольно, кубиками либо полосками. Свиное мясо отправляем к капусте. Используем зелень, ту, которая есть дома. У меня сегодня петрушка, укроп и немного зеленого лука. И нарезаем мелко-мелко. Яйца отвариваем вкрутую и охлаждаем. Нарезаем яйца мелкими кубиками. Не надо, перекладываем в красивое блюдо и подаем сразу к столу. Салат получился очень вкусный и интересный. Обязательно приготовьте такой салат. Делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал. Приятного аппетита, до новых встреч, пока-пока!